Канал НХЛ в полете приветствует вас. Начинаем с матча Детройта против Бостона. 12-я минута матча. Тайлер Бертуцци открывает счет данной встречи. После броска поворотом от синей линии он отработал на пятачке и отправил шайбу в ворота. 1-0, хорошее начало для Детройта в этой встрече. Однако 3 минуты проходит. Борьба в зоне Детройта, работавший за воротами. Смит передает пас на Патриса Бержерона, и капитан отлично справляется со своей задачей, переводя шайбу в ворота Неделькевича. 1-1 сравнивается счет после первого периода. Во втором периоде атакует Детройт, однако шайба не достигает цель, и на противоходе Бостон разворачивает атаку, и Эрик Хаула отличным броском в дальнюю девятку выводит свою команду вперед в этой игре. Третий период. Здесь отличается Чарли Макэвой с передачи Холла и Койла. Отличная передача на Макэвой. Он остался один на один с пустыми воротами. Там Неделькевич уже бы не спас. Проходит чуть меньше 2 минут. И в отличной атаке от Бостона 4 человека разыграли отличную комбинацию, как по нотам. Шайба после этого отскочила от вратаря Детройта, но на подборе Фредерик отлично справился с ситуацией. И тут уже 5-1 ведут Мишки. Просто Томаш Носек сам разобрался в ситуации, сам забил, поставив окончательную точку в данном матче. Три звезды. Джереми Суэйман, который отразил 23 броска по своим воротам, стал третьей звездой. Томаш Носек, сделавший одну результативную передачу и забивший один гол, стал второй звездой. И капитан Бостона Патрис Бержерон, оформивший первую шайбу в ворота Детройта, стал первой звездой этого матча. Колорадо на своем льду принимает Анахайм. И утки в первой же атаке. На второй минуте матча Сэм Керрик после нападения Шаттенкирка или Шаттенкрика, тут все правильно уже будет, вбивает шайбу в ворота. Анахайм ведет в данной встрече 1-0. После этого Анахайм еще раз, буквально 2 минуты проходит, забивает. Здесь уже автором шайбы стал Кэм Фаулер. 2-0. Но на 4-й минуте развивает атаку Колорадо. И МакКиннон пытался попросить поворотом, а потом Ландеског здесь был на подборе, но Гибсон щитком отбивает эту атаку. Отличный сейф от Гибсона. Но все-таки Дэйвон Тейвс на 12-й минуте матча замыкает передачу от МакКиннона, тем самым сокращая отставание. А после этого сам МакКиннон бросает по воротам при реализации большинства. Попадает в вратаря, но на пятачке Ландеског отправляет шайбу в ворота Гибсона. 2-2 в этой встрече. Третий период. Остается 1 минута. И Колорадо, выйдя 3-1, практически 3-0, забивает шайбу в ворота Анахайма. За 1 минуту Анахайму нужно отыграться в этой встрече. Но они этого сделать не смогут, так как, развивая атаку, они потеряют шайбу. Мика Рантанен поставит точку в данном матче. И окончательный счет на табло 4-2 в пользу Колорадо. Они защищают родной лед. Нейтан МакКиннон с 3 передачами становится 3-й звездой матча. Габриэль Ландеског
становится второй звездой матча с одним голом, и Мика Рантанен с двумя ассистами и одним голом становится первой звездой матча. Звездное трио из Колорадо сегодня получило все три звезды. Огоньки приехали в гости к Чикаго. Начало за хозяевами площадки. С передачи Патрика Кейна и Бергстрема Дебринкен Кейн за воротами долго выдерживал паузу, отдал вовремя, и Чикаго повел эту встречу. Но проходит 4 минуты, Мэттью Ткачак сравнивает счет данной встречи броском в дальний угол ворот. После этого перемещаемся во второй период, его середина. Элиас Линдхольм броском в касание пробивает ворота Чикаго. 2-1. Калгари повел в этой встрече. 2.5 минуты до конца второго периода, и защитник Чикаго почему-то решил, что здесь не обязательно так больно бежать за шайбой, что все будет хорошо, и в итоге Льюис забивает с передачи Колмана и Андерсона. И тут еще могли получить атаку Чикаго, но вратарь их спас. В третьем периоде Калгари зарабатывает на себе буллит, выход один в один не реализует игрок Флеймс. Выполняет штрафной бросок, но этот бросок не увенчался успехом. 2 минуты до конца третьего периода. Калгари забивает шайбу в пустые ворота Чикаго. И остается немного времени. Чикаго понимает, что уже не выиграет эту встречу. Однако Джонни Гудро захотел забить и забил на 19-й минуте матча. Так и заканчивается эта встреча. Легкая победа для Калгари. Три звезды матча. Джейкоб Маркстрем, который отразил 30 бросков по своим воротам. Мэттью Ткачак с одним голом и одной результативной передачей. И Джонни Гудро с двумя ассистами и одним голом. Теперь мы в столице, где Вашингтон принимает Нью-Джерси Девилс. На 8-й минуте матча Егор Шарангович, успев поставить клюшку на пятачке, отправляет шайбу в ворота Вашингтона. И они ведут в этой встрече 1-0. Хьюстон бросил по воротам, но попал в Самсонова. И на отскоке Шарангович уже добил. А тут отличнейшая передача. Вот это было очень красиво. Северсон с передачи Мерсера забивает ближний угол, таким образом отдавая преимущество своей команде. Однако под конец первого периода Вашингтон все-таки успевает размочить счет. 4-4 была игра. И мы направляемся во второй период. Там, в середине этого периода, Нью-Джерси броском от синей линии. Ника Хишир увеличивает преимущество своей команды до 3 шайб. А тут 2-1 выходили, и Блэквуд, спасение! Ох, вот это было серьезно. Его спасла, конечно, там прикладина, но и сам он хорош, от щитка отскочила. Теперь Вашингтон в атаке, и здесь все-таки забивают они в третьем периоде шайбу. Ворота Блэквуда, тут и заварушка сразу начинается. Автором шайбы стал Ник Даут. Остается 3 минуты до конца, и тут ошибка от Блэквуда. Что же он сделал-то? Зачем так команду подставлять? Ну, Кузнецов там, конечно, довольный сидит. Ну, после таких ошибок грех быть недовольным. И Нью-Джерси все-таки добивает свою победу в этом матче, несмотря на вообще нельзя было так, конечно, играть Блэквуду.
Но Ника Хишир все-таки капитан, разбирается в данном матче. Три звезды этого матча: Ник Даут, один гол со стороны Вашингтона, Дэймон Северсон, один гол со стороны Нью-Джерси, вторая звезда матча, и Ник Хишир, естественно, автор двух голов, один из которых стал победным для его команды. Реактивные пожаловали в гости к «Золотым рыцарям». На 14-й минуте матча с передачей Уайт Клауда и Коля Сара Майкл Амадио разобрался в ситуации и добавил поворотом еще один удар после броска от синей линии. Уже отзащищавшись, «Золотые рыцари» направились в атаку. И с передачи Хаудена и Амадио Евгений Додонов отправляет шайбу в дальний угол от Хеллибака. 2-0 в этой встрече повели рыцари из Вегаса. Однако в втором периоде Янсен Харкинс с передачи Дилана разобрался в ситуации и направил шайбу в ворота Вегаса. Проходит буквально 20 секунд, и теперь Кристиан Рикел. В ассистентах у него никого не было. Он подобрал шайбу и броском в касание отправил ее в ворота. 2-2 сравнивается счет в этой встрече. Розыгрыш шайбы в третьем периоде от Виннипега и Пол Стясны на пятачке после броска от синей линии. Отлично вообще просто подправил шайбу, успел ее увидеть и подставить клюшку. Коннор бросает по воротам на 5-й минуте матча, но попадает в вратаря. Оказался там Эндрю Капп, и он переправил уже ее в нужном направлении. Таким образом, Виннипег вышел вперед, однако Матиас Янмарк сохраняет интригу в этом матче. Вегас отстает от Виннипега в одну шайбу. Остается 15 секунд до конца матча. Теодор бросает от синей линии. Матиас Янмарк снова на пятачке подставляет клюшку, и Вегас сравнивает счет. Мы направляемся в овертайм. Не смог все-таки Виннипег выстоять в основное время. Но Кайл Коннор за 2 минуты и 20 секунд до конца овертайма броском в дальний угол от ворот Брусуа решает исход этой встречи, и Виннипег все-таки на чужом льду забирает эту победу. Майкл Амадио со стороны Вегаса с одной передачей и с одним голом становится третьей звездой этого матча. Кайл Коннор со стороны Виннипега становится второй звездой матча. Также у него один гол и один ассист. И Матиас Янмарк, оформивший дубль, становится первой звездой этого матча. И вот мы на Madison Square Garden. Со стороны Нью-Йорка отсутствует сегодня Артемий Панарин, а со стороны Тампы Эрик Багасян, естественно, по ковидным протоколам. В самом начале, на 6-й минуте, Тампа могла открыть счет данной встречи, но Шестеркин был непреклонен. Но на 8-й минуте матча Микоза Бенеджет реализует большинство для своей команды, и Нью-Йорк Рейнджерс выходит вперед данной встречи 1-0. Отличный бросок. Василевский не удел. Далее 4-3 игра. Нью-Йорк снова в атаке. У них большинство. Микоза Бенеджет. Видно, что он переводить больше хотел, а не бросать. Однако шайба от клюшки Макдоны залетает в ворота. Курьезный гол. Он играет против бывшей своей команды, где он когда-то был капитаном. Теперь Нью-Йорк в атаке, и Райан Строум забивает шайбу в ворота Василевского. Остался он один. Отличную передачу ему сделали. Тампа в атаке. Был Сергачев, но Шестеркин снова был непреклонен. А тут уже Микоза Бенеджет. Во втором периоде прошло чуть меньше
4 минут, он оформляет хит-трик в данной встрече. Тут Тампа снова в атаке, хочет она все-таки размочить счет, однако шестерки она там спасает и перекладина, и собственная команда. А тут Покуити один на один, игрок Нью-Йорка, но нет. Но Василевский все-таки в этот раз говорит, что не хочет подводить свою команду, не хочет увеличивать и так уже разгромный счет для Тампы. У Тампы большие проблемы, проигрывают они эту встречу 4-0. Если мне не изменяет память, это уже у них третье поражение подряд. Они меняли вратарей, но явно дело тут не в Василевском. Три звезды этого матча: Крис Крейдер, у которого три результативные передачи. Игорь Шестеркин, естественно, имя которого скандировали на Madison Square Garden после победы. Сделал 38 сейвов и оформил шатаут. И Микоза Бенджет, естественно, с хитриком стал первой звездой матча. Главная битва этого обзора. Сан-Хосе принимает у себя Питтсбург. И на второй минуте матча Эвана Родригес с передачи Петерсона и Хайнена забивает первый гол за Питтсбург. Проходит 2 минуты из передачи Брайана Раста на Джейка Генцеля. Питтсбург выходит вперед в этой встрече 2-0. Теперь Сан-Хосе в атаке. Однако атака ничем не увенчалась. И 3-2 получают они в ответ. Конор Шири передает на того же Родригеса. Легким движением руки тот переводит шайбу в ворота Сан-Хосе, увеличивая преимущество своей команды до 3 шайб. После этого Брайан Раст остался один на один с вратарем и переправил также шайбу в нужный ему угол. 4-0 повел в этой встрече Питтсбург. Все-таки размочили счет Сан-Хосе. На 16-й минуте матча Александр Барабанов подставил клюшку после броска. Она не достигла цели, шайба, но после еще раз добив ее ворота, она все-таки туда пролезла. И снова гол за Питтсбургом. Это Каспер Бьерквист с передачи за Хорна и Лаферти. И под конец периода, уже первого периода на минуту, забивает еще один гол Брайан Раст. Вдумайтесь, 6 голов в первом периоде забил Питтсбург и решил, что можно, в принципе, отдыхать. Тут все-таки спасает ворота Сан-Хосе их вратарь Закари Савченко. И после этого на 15-й минуте матча Брэндон Бёрнс мощным щелчком уменьшает отрыв своей команды в этом матче. Тут курьезный гол ворота Де Смита. Отскочила там шайба после броска одного из хоккеистов Сан-Хосе. От щитка пролезла в ворота Питтсбурга. Снова Сан-Хосе в атаке. Здесь уже бросил Эрик Карлсон, но была подставлена клюшка. Шайба засчитывается на Джейкоба Миддлтона. После этого снова Сан-Хосе идет в бой, развивает атаку. Логан Кутюр, капитан команды, разбирается с Де Смитом, забивает прямо в яблочко ему. Расслабился Питтсбург, получил сразу 4 шайбы подряд в третьем периоде и во втором. И Эван Родригес все-таки. Там Генсел, по-моему, подставлял клюшку. Но записывают на Родригеса. Он сохраняет преимущество своей команды 7-5. И в пустые ворота уже Брайан Раст окончательный итог этой встречи оформляет. 8-5. Вот так вот заканчивает этот валидольный матч. Сначала вел Питтсбург, потом решил, что надо отдохнуть. Отдохнул, получил 4 шайбы.
за второй и третий период и все-таки удержал преимущество. Захарий Савченко, он не русский, если что, стал третьей звездой этого матча. Вратарь Сан-Хосе. Болельщики Сан-Хосе, я думаю, знают, что с вратарями у их команды всегда были проблемы. Ну, нашего соотечественника Евгения Набокова мы не будем брать в расчет. Брайан Расс стал второй звездой матча. Очень-очень странно, что он стал второй, а не первый. Все-таки у него 5 очков в одном матче, 2 гола и хет-трик. И Эван Родригес с 3 шайбами. Видимо, потому что он забил решающую. Стал первой звездой этого матча. На сегодня это все. Следите за событиями в Национальной хоккейной лиге на канале НХЛ в полете.